Всем привет, с вами Злата. Злата и Ната. Привет, я так по вам соскучилась. И по тебе, я так соскучилась. И я по тебе. Наконец-то будем снимать новое видео. Есть! Да! Злата, ты подготовилась? Ой, я забыла. Ну ничего страшного, что-нибудь сейчас придумаем. Так. Что же мне придумать? Если ничего не предпринять, я останусь без своего дела. Ой, Злат, смотри, на ютубчике есть новый челлендж. Называется «Кто знает лучше?». И что же это? Ну, это когда все пытаются угадать, кто лучше знает, папу или маму. В общем, все одно и то же, скучно и одинаково. Нам нужно придумать что-нибудь поинтересней. Злата, а ты любишь музыку? Конечно, кто ее не любит? Тогда давай устроим музыкальный челлендж «Угадай мелодию». Добро пожаловать на программу «Угадай мелодию». Классная идея! Давай. Мне кажется, это будет слишком легко, но я знаю, как усложнить игру и сделать ее еще интереснее. Ну-ка. Что если музыка будет играть задом наперед? Тогда и зрители смогут поиграть с вами в комментариях. Я за! Тогда держи планшет. Будешь писать здесь свои догадки. А вы, ребята, пишите в комментариях. Посмотрим, кто знает лучше музыку. Ну что, готовы? Да! Тогда на счет три переворачивайте доски. Раз, два, три. Всюду магия и свет. Ты че тут одна, привет? Пойдем на парад планет. Ну вот, 1-0. Это была классная песня, я ее легко угадала. Но это еще не конец, я тебя еще обгоню. Вот так вот? Тогда давай скорее следующую песню. Ну вот, эту песню и так трудно понять. А когда она перевернута наоборот, так тем более. Давай следующую. Давай. Показывайте, что у вас там. Ну вот, счет 2-1. Твою пользу. Но ничего, следующую песню я точно угадаю. Это мы еще посмотрим. Кажется, Ната угадала быстрее, но пока неизвестно, правильно или нет. Ну, конечно, правильно, я сразу его узнала. Раз, два, три. Буди, 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 пока крутишь бигуди, на работу прибеги, зачем тебя я заводил? Буди, 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 пока... Ну что, в этом раунде мне почти удалось тебя догнать, но в следующем я точно тебя догоню. Давай, давай. Ну что, готовы? Готовы. А вы, мои подписчики, готовы? Пишите свои ответы в комментариях и посмотрим, кто же из нас лучше разбирается в музыке. Наташа, это же моя любимая группа. Точно. Друзья, а вы догадались, какая группа? Давайте так, вы мне лайк, а я вам подсказку, я жду. Спасибо, даю подсказку, я этой группе брала интервью. Ну да, это и моя любимая группа тоже. То самое чувство, когда ты круче всех. То самое чувство, когда ты на волне. Здорово, и поиграли, и подумали, и даже потанцевали. Точно, я хочу еще. Это легко, если все наши подписчики поставят лайк и оставят хотя бы один комментарий.
Ну а пока... Всем пока!